Первые весенние выходные десятки сотрудников и студентов Тусура провели активно. На стадионе «Политехник» прошел традиционный спортивный зимний праздник, который проводится в университете больше 20 лет. Основное внимание, как всегда, на лыжной трассе. Марш! Отличное настроение, погода просто чудо, спортивная. Я думаю, будут рекорды. Все друзья, все соратники, все коллеги, нет такого соревновательного момента, просто получить удовольствие. Я не лежу на диване, я хожу постоянно, и сейчас сам без всякого соревнования, ну не каждый день, но через два, через три дня обязательно хожу. Это меня будоражит, мне 84 года, так что я чувствую себя нормально. Участников лыжной гонки распределяют по возрастным группам. Шанс на победу есть у каждого. Впрочем, по словам участников, для них главное не медали. Спортивный праздник давно стал событием, где собираются, чтобы весело провести время. Тусур всегда славился преемственностью поколений, спортивными такими мероприятиями, где, собственно, мы все собираемся, обсуждаем, встречаемся. Это ж праздник семейный у нас, не только чтобы победить, но и приобрести хорошее настроение и, конечно, запаса таким хорошим здоровьем сибирским. Те, кто пока не готов встать на лыжи, проводили время на веселых стартах. Дух соперничества, поддержка товарищей по команде – все, что нужно для хорошего настроения. С зимними забавами познакомили и иностранных студентов. Они приняли участие в эстафетах и научились играть в городки. Давай, Дим, давай, пошли! Мы вообще раньше не играли вот таких вот игр, поэтому вот сегодня пробовались, ребята, мы прям всем понравились, и мне понравилось. У нас мы обычно вот играем в футбол, там баскетбол. Это было очень интересно, это мой первый раз. И погода тоже хорошая, ну, нам всем нравится, просто с друзьями решили собраться. Все понравилось, все хорошо. Настроение хорошее, сегодня с утра проснулся, правда опоздал. Но все равно приехал. Весело, потому что компания такая. Для многих из иностранцев это первая в жизни настоящая зима. И главное, что они сегодня поняли, признались ребята, что зима в Сибири может быть теплой, когда ты в хорошей компании.